колледжи Приоралья переходят на дуальную систему обучения. Палата предпринимателей Кызылординской области приступила к реализации дорожной карты дуального образования. Подписан ряд договоров между индустриально-техническими колледжами и промышленными предприятиями региона. В рамках программы «Знания по новой системе» в этом году уже получат около 400 студентов. Руслан Сичанулы – будущий специалист газовой отрасли. Он уверен, дуальное обучение имеет очень весомый плюс. Это опыт, так необходимый для дальнейшего трудоустройства. Особенность в том, что мы лишь 40% времени проводим в учебной аудитории, остальные 60% на объекте. Такая система образования привлекает тем, что мы получаем не просто сухую теорию, а необходимый опыт и нужные навыки. Это повышает наши шансы найти работу в хорошей компании после получения диплома. В основе дуальной системы обучения лежит равная ответственность за качество знаний будущих специалистов, как со стороны колледжей, так и со стороны работодателей. Заинтересованность последних в подобном сотрудничестве растет. Если в колледже студенты изучают только теорию, то у нас получают практические навыки. Есть возможность ближе познакомиться со спецификой работы и изучить технику. Это будут уже готовые кадры. Такие ребята быстрее адаптируются к трудностям нашей профессии. Сейчас в рамках дуального обучения на нашем предприятии производственную практику проходит несколько студентов городских профессионально-технических колледжей. Конечно, это выгодно и им, и нам. Во-первых, экономия заработной платы, так как мы выплачиваем студентам только стипендию. Во-вторых, мы получаем уже готовые кадры, которые потом не надо будет переучивать. Квалифицированные кадры нужны каждому производству, говорят специалисты. Поэтому участников дорожной карты дуального образования год от года становится больше. Идею представителей региональной палаты предпринимателей уже подхватили 8 колледжей и 21 промышленный объект области. Всего по республике в карту включены 194 колледжа по 11 основным направлениям. В период 2014-2016 года планируется подготовка более 10 тысяч специалистов по 83 специальностям для 474 предприятий страны. Необходимо отметить, что данная дорожная карта, да, она предусматривает все отраслевые направления, именно являющиеся приоритетными в рамках индустриально-инновационного развития Республики Казахстан. В целом, в рамках дорожной карты дуального обучения по 17 специальностям получат образование около 400 студентов региона. Основной акцент на кадры коммунальной, строительной и энергетической отрасли. Так, новая система поможет востребованным специальностям стать престижными. Райхан Ташибаева, Канат Инсибаев, Руслан Айтмамбетов, Кызылорда.